еще обсуждается очень часто вот эта тема по поводу поправок к Конституции. Вот ваше мнение, насколько они нужны нам или насколько они сыграют важную роль в улучшении жизни людей? Ну, если честно, об этом много говорят, но никто не знает, какие именно поправки. Вы знаете, какие поправки? Я тоже не знаю, и я не знаю. То есть говорят, что что-то вот в этом плане изменится, что-то в этом плане, но конкретики нет. То есть если были бы какие-то конкретные, там, я не знаю, в газете, там, где-то, я не знаю, где-то все это были какие-то статьи, и дали как бы нам еще и как-то, ну, все это рассказали, что это, да, с чем это связано, чем это чревато, тогда можно было бы отвечать на этот вопрос. А пока я на этот вопрос не могу ответить, я не знаю. Нужно нам или не нужно, неизвестно. Я бы, вы знаете, даже от себя бы еще сказал одну вещь. Ну, допустим, мне не совсем понятно. Там очень много поправок, которые как бы одни нас могут заинтересовать, допустим, да, там особом отношении к медицине или... Ну да, применительно как бы к жизни. Да, да, к жизни. И одновременно с тем вопросы, касающиеся политических аспектов, там расширение полномочий правительства или там Думы. И если они все это попытаются объединить в одну кучу и говорить только да или нет, получится как-то странно. Да, тем более, как говорится по русской пословице, закон, что дышло, кто повернет, туда и вышло. Вот, поэтому это очень сложно. Вот эту статью можно рассматривать по-разному, да? Как-то вот кто-то ее прочтет так, скажет, что да ничего особенного, подумаешь, там изменит пару слов, там вроде как это. Все правильно, все правильно. А уж какой-нибудь юрист начнет копаться в этом деле и потом скажет, ой, а это вот чревато тем-то, вот тем-то будет то-то, то-то, то-то. И мы ахнем сразу же, ой, ну надо же, а мы и не подозревали. Так что я не знаю ответа. Нет, абсолютно нет, конечно же. А Коломенское я люблю, это очень красивое такое местечко Москвы, где вот отойдешь в сторону от машин, не слышно машин, есть тишина. Я не думаю здесь об истории, я просто наслаждаюсь тем, что здесь красиво, тихо, спокойно. Колокола звенят, вот вы слышали, наверное. Зайдешь во враг, там вообще как будто цивилизации рядом нет. Ты где-то в деревне находишься за много-много километров от Москвы. То есть место красивое. И хорошо, что его как-то облагораживают, что-то делают, что-то меняют. Но не все. Вопрос, наверное, мой будет еще один к вам такой, может быть, не совсем как бы женственный, как говорится, да, женский. Но тем не менее. Вот сейчас... Очень часто поднимают вопрос о таком понятии, что мы часто говорим «россияне», но редко упоминаем слово «русский». Вот что для вас слово «русский»? Ну, русский – это культура, это огромный пласт, который это несет за собой, это слово. Это и наша далекая-далекая история, это наши предки, это наша родня, это наша литература, искусство, это... Вот как-то вот россияне мне, честно говоря, не нравится употреблять. Мне больше нравятся русские. Ну, так что, ну, все. А должно это быть как-то, вот если все-таки вот это какие-то новые поправки будут, вот это должно как-то отражаться, может быть, в новых поправках Конституции именно вот это понятие, что русские это как вот, так сказать. Вот не могу сказать. Мне кажется, что вообще, как бы на этом делать акцент, может быть, даже и не стоит. Потому что все-таки человечество, оно развивается, идет вперед, стираются границы, все-таки стираются границы между странами, между народностями. И я считаю, что человек должен быть намного выше вот этих вот национальностей, как-то вот более космополитичен, вот мне так кажется. Ну что же, спасибо вам большое, очень было интересно. Меня зовут Софья, мне 20 лет, живу всю жизнь рядом с Коломенском. Замечательно. Скажите, вот Коломенское, это такое место, да, которое как бы связано с эпохой нашей исторической такой веки под названием самодержавие, монархия. Вот ваше отношение к этому процессу, как к процессу историческому, как к прошлому, или все-таки как к тому, что оставляет нас какой-то след, а может быть и видит будущее? Я думаю, что это абсолютно прошлое, и я надеюсь, что мы
все сделали вывод, что лучше так не надо, давайте пробовать новые системы. Но Коломенское, вообще как культура, все очень красиво осталось, и я хочу, чтобы это так же осталось. А сейчас в обществе обсуждается такой вопрос, как поправки к Конституции. Как вы думаете, сыграют они вообще какую-то роль для улучшения жизни народа? Честно говоря, не знаю. Каждый сам по себе что-то для себя вносит, мне кажется, вряд ли. Представьте, пожалуйста. Дмитрий, скажите, вот сейчас в обществе обсуждается вопрос о так называемых поправках к Конституции. Ваше мнение, они улучшат жизнь россиян или нет? Время покажет, я думаю. Ну, ваше мнение? Мое мнение, что время покажет. Хорошо, вот мы находимся с вами в Коломенском, да, такое, в общем-то, место, которое связано как-то с прошлым России, с ее монархией, самодержавием. Ваше мнение, насколько этот факт является чисто историческим уже для России, то есть прошлым, да? Или он имеет какую-то возможность, можно сказать, возврата? Он имеет возможность возврата. А на чем это основано? На христианстве. Бесконечная революция, я думаю, уже как бы это неправильно. Вот, то есть каждый должен заниматься своим делом, каждый должен иметь свою семью, иметь свой кров, дом, и жить в мире всем.